Всем привет. Сегодня немножко разбавляем завтрак овощной вот всякими вот такими вот йогуртами. Ну, естественно, мы тут еще йогурты тоже сейчас добавим, чтобы у них было вкуснее это все. Все будет вкуснее, это все будет полезнее, всякое молочко, ну, молоко не даем, конечно, вот. Всякими йогуртами разбавляем, вот так вот йогурт, это вкусная штука. О, Петя выглядит, конечно, сам очень аппетитно. В йогуртном маринаде, видимо, что ли. Вот. Теперь еще. Да. Вот вторую тоже сейчас разбавим. Вот. Это все они, естественно, съедят. Почему сразу в ведро не насыпаю? Потому что оно размажется по ведру и будет уже другой эффект. То есть из ведра я, естественно, это все не выскребу. А здесь они в любом случае это все съедят. Здесь это все гораздо интереснее, вкуснее. Поддерживают разговор. Что-то беленькое уже вкуснее гораздо, чем есть просто какие-то овощи. Поэтому вот хитрим немножко. Добавляем, да и им польза. Вот. Как-то так. Бутылку, конечно, такое не добавляем. Хотя, может быть, пару бутылочек маленьких сейчас добавлю тоже. Так, чтобы тоже кисломолочное попало в организм. Так что постоянно балуем одним, вторым, третьим. Вот. Едят уже. То есть она ест чисто йогурт. То есть ей больше ничего не надо. Как-то так.